Ева Гульян, 5 лет, город Москва. Первая любовь – это брат, потому что он маленький. А вторая любовь – это моя сестра. Третья любовь – это мама. Четвертая любовь – это папа. Меня делают счастливой, когда у меня день рождения и когда что-то радостное. Ну, например, когда бабушка меня хвалит. Больше всего я боюсь, что я потеряю семью. Я верю, что феи существуют. Еще верю, что Дед Мороз существует. Волшебство – это когда происходит что-то удивительное.